Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии кухонный комбайн от компании Moulinex FP521G30. Давайте откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Мощность комбайна составляет 750 Вт. Количество скоростей вращения 2, а также импульсные. Имеется 7 насадок, нож для измельчения, терка, односторонний диск, шинковка, двусторонний диск, дискэмульгатор и насадка для замешивания теста. Имеется блендер объем 2 литра. Материал корпуса выполнен из пластика. Кухонный комбайн имеет прорезиненные ножки, а также комбайн очень компактный. Все аксессуары, за исключением деталей соковыжималки для цитрусовых, могут храниться внутри чаши. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши официальные страницы. Ставьте лайки и, конечно же, обходитесь без лишних трат. До новых встреч!